Иностранный студент Ивановской сельскохозяйственной академии Арсен Мукенди уделяет пению не менее 5 часов ежедневно. Такое усердие не прошло бесследно. Арсен успешно прошел кастинг на участие в новом вокальном проекте. Он называется «Главная сцена» и будет выходить на канале «Россия-1». Шоу похоже на проект «Голос». Арсен попал в команду продюсера Максима Фадеева. Было очень интересно, участник сильный. Вот, все было очень круто, очень хорошо все было. Совершенствовать мастерство Арсену помогает педагог студии эстрадного пения Светлана Подшивалова. Ее воспитанник уже достиг определенного мастерства. Взял гран-при на всероссийских фестивалях «Студенческая весна» и «Жар-птица». Однако, по мнению Светланы, Арсену еще нужно учиться и учиться, чтобы достигнуть совершенства. Во время кастинга Арсену Мукенди удалось спеть вместе с Григорием Лепсом. От этого выступления Арсен оказался в полном восторге. Мы просто кусочку песни пели вместе, но пока мы песни, не цели песни пели вместе, но просто кусочку маленькую. Очень хороший человек, и мне очень больше. Я просто влюбился в него, да, очень хороший, и надеюсь, он мне дает какую-то пару песен, чтобы с ним спеть. Я этого тоже мечтаю. В родной Конго Арсен теперь передумал возвращаться, хотя и не был дома уже 4 года. Родные, конечно, скучают, но Арсен намерен строить в России карьеру певца. Я планирую стать звездой, вот, и продолжать радоваться людям, моим таланте, вот, петь. Вот, я, вот, как бы сказать, я очень хочу, чтобы... Не стал вот не только здесь, в Иваново, не только в России, а во всем мире. Я очень хочу победить. Вот, как я уже сказал, я не хочу победить только для себя. Вот, не только для меня, не только для Максима Фадеева, но я хочу победить для себя. Для города Иваново. Арсен уже успел посмотреть и Санкт-Петербург, и Москву, но говорит, что в Иванове ему нравится больше всего. Иваново город невест. Это во-первых. Во-вторых, вот, мне больше нравится Иваново, потому что вот я здесь приехал, у меня знакомые, друзья вот здесь, в Иваново. И мне нравится Иваново, удобно жить в Иваново, удобно быть в Иваново, все хорошо в Иваново, ну, как бы сказать. Арсен исполняет мировые хиты на английском, французском и, конечно, русском языке, но он дался ему сложнее всего. Моя самая любимая песня «Я люблю тебя до слез». Вот это самая любимая песня на русском, которую я, первая песня, которую я здесь выучил, и мне больше нравится эта песня, очень, очень нравится эта песня. Невозможно оставаться равнодушным, когда он поет. Мне всех больше запомнилась песня, вот, которую он исполнял, это «Я люблю тебя до слез». Я, честно говоря, не очень люблю эту песню, но в его исполнении вот прям по-другому стала к ней относиться и... по-другому ее услышала. В Иванове Арсен старается как можно чаще выступать на различных площадках. Он стал участником успешного трио «Бродвей». Окружающие не перестают удивляться, как Арсен все и везде успевает. И, конечно, не перестают верить, что он пройдет все отборочные туры и непременно победит. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.